Добрый вечер, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Хочу показать вам вот такой вот детский топ. Цвет, к сожалению, не передает, потому что ночное время. Он связан изнаночной гладью. По центру этого топа выполнены шишечки в виде ромбов попкорн. Этот узор я показывала на своем канале. Этот топ связан для девочки в детский дом. Ориентировочно на 4, 5, 6 лет. Смотря какого телосложения ребенок. Если вы хотите посмотреть, как я вязала этот топ, ссылку на канал я оставлю. Детские вещи теперь я буду вязать на канале 40 петель добра. Это канал, где мы вяжем для детского дома вещи безвозмездно, а также вещи для пожилых людей в дома престарелых. И все детские изделия будут на том канале. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Так что будьте добры, если вам интересно, переходите, вяжите, смотрите. Очень буду признательна вам за лайки, за подписку, потому что канал молодой, только начинает развиваться. Здесь кромку я оформила вот такими вот пико крючком. Ну и горловина, соответственно, обработана у нас резинкой 1 на 1, так же, как и низ изделия. Пряжа пехорка жемчужная, 50% шелка, 50% вискозы. В 100 граммах 425 метров. Цвет очень красивый, с легким поблескиванием, но я же говорю, из-за того, что сейчас ночное время, не совсем это видно. Вот такие вот фактурные шишечки, которые идут до самой горловинки. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.